Приветствую вас в первом уроке курса «Создание проекта от идеи до печати». Курс, как вы заметили, состоит из двух частей. Первую часть вы получили, а вторую получите чуть позже. Рекомендую сегодня изучить первую часть, так как уроки второй части более сложные и объемные. Проходить курс советую последовательно. Посмотрели один урок, попробовали его в автокад, то есть повторить то, что я показал. Второй урок повторили, третий и так далее. Только при таком прохождении курса у вас будет максимальный результат. Также помимо курса я буду присылать вам полезные материалы, потому что в одном курсе такую обширную тему не охватить. Материалы я буду присылать, естественно, через почту, и если по каким-то причинам обучение автокаду для вас потеряет актуальность, то вы сможете отписаться в любой момент. Вот так выглядят наши письма, и внизу каждого письма есть, соответственно, ссылка на отписку. У нас все добровольно и прозрачно, как говорится. Что ж, изучайте курс, прорабатывайте уроки и внедряйте этот материал в свою работу. Если же этого базового курса для вас покажется мало и вы захотите изучать по-настоящему продвинутые вещи, в таком случае добро пожаловать в мой флагманский курс «Использование AutoCAD на 100%». Его описание можно посмотреть, нажав на данную кнопку. Комментировать тут я ничего не буду, описано все четко и подробно. Что ж, на этом здесь остановимся в данном вводном уроке. Желаю вам продуктивного обучения, развития в профессиональной и личной деятельности. С вами был Алексей Меркулов. Увидимся в следующем уроке.